3 февраля в Сосновом Бору состоялась массовая зимняя гонка «Конаковская лыжня 2018». Она стала отборочным этапом для ежегодных всероссийских соревнований «Лыжня России». На дистанции вышло более 250 спортсменов нашего города и района. О ходе прохождения спортивного праздника расскажем в нашем следующем сюжете. Бег на лыжах – один из самых любимых зимних видов спорта у конаковцев. Каждый год в лыжне принимают участие не только профессиональные спортсмены, но и любители. С самого утра в Бору было людно. Атлеты разминались и регистрировались в забегах, после чего состоялось торжественное открытие соревнований. На мероприятии присутствовали представители городской власти, которые пожелали спортсменам оптимизма, здоровья и новых ярких побед. Поздравляю вас с тем, что наконец-то случилась зима, с тем, что мы все можем отдохнуть в нашем замечательном Бору. Что хорошее настроение и хорошая погода сегодня вам обеспечены. Я думаю, многие из вас займут призовые места. Желаю всем победы, потому что каждый хочет быть первым. Я вижу здесь многих, которые участвовали в прошлые выходные на лыжне, и тоже есть победители. Отрадно, что в соревнованиях приняли участие все возрастные группы населения, начиная с учеников младших классов до пожилых людей от 70 лет, которые, несмотря на солидный возраст, показывали наличие активной жизненной позиции и немалой силы духа. Для каждой категории была организована своя дистанция. Конаковская лыжня является муниципальным этапом всероссийского праздника «Лыжня России 2018». Начиная с 11 февраля во всех регионах страны пройдет массовая гонка, в ходе которой на старт выйдут более 600 тысяч спортсменов. Территория Верхневолжья, региональный этап состоится в Твери, в котором примут участие и конаковские спортсмены.